окрестности Регенштауфа. Опа-на! Слякоть. Здравствуйте, уважаемые. Это канал Округовение, с вами Ранний Птах и небольшая прогулка вокруг окрестности Регенштауфа. Вокруг окрестности это как? По окрестностям Регенштауфа этим замечательным весенним днем 4 февраля. Такой черный монолит и напротив. Красиво живут, а напротив них такая... Город контрастов. Грязька, чтобы подскальзываться и встречаться со стоматологами, офтальмологами, в общем, чем повезет наткнуться. А что интересно такое? Крышки чего-то. Да, какой-то тупик. Выбираемся из чаши. Опа-на! Какое интересное, что это? Надо скатать снеговик, пусть она его роет. Порционные кусочки. На плане это обозначено как приют туриста. И там уже кто-то есть. Очень удобная камера. Алло. Стеночку выкладывает. Солнце и снег уже неплохо, чтобы чувствовать некоторую приподнятость. Вот обычная прогулка. Отъехать 12 километров в сторону и выйти из машины. Нифига тут движуха какая-то прям. Лавочка очень антуражная, но какая-то она для сидения. В таких прогулках главный принцип. Если сомневаешься, выбирай путь наверх. Да если там даже и нет ничего интересного, то на вершине и дальше будет только вниз. Профит? Да, съемки против солнца. Что это такое там интересное? О, ни знаков, ни вышек. Без пояснений. Ну ты еще к соснам придираешься, что они тебе кривоватенькие. Классные сосны, что? Ощущение совершенно весеннее. То есть вот этот тающий снег, влажность, запах леса, прям вообще красота. О чем мы сегодня? Сегодня 4 февраля. В Новосибирске, чтобы такое ощущение споймать, надо дождаться примерно середины марта. Но в середине марта снега было там побольше. Надеюсь, это собака. Так, отойди. Видите, как пальчики расставлены? А у волчьего следа они такие, не знали? А вот поживешь в Сибири, еще не такое будешь знать. Шучу, конечно. А кем уж ты? Жизнь животных. Что-то какие-то снега начались. Дуня, давай, соображай как-нибудь. Нифига она, как эльф по снегу, а? Нет, это, слушай, это не кто-то. Смотри, это заяц. А это приземлившегося какого-то хищника на него. Промазал, и заяц ушел. Это он... Сибиряки, дикие люди из тайги, все знают. Не, если у кого-то есть другая трактовка этой реконструкции, добро пожаловать в комментарии, интересно. Это как? А выглядел, как будто он растет на снегу. Тут бы спросить стихами, куда ты завел нас, потому что что-то какая-то внезапная гора совсем вниз. Ой! Да, интересно. И скользко, ух. Красота. Ой! Не, нифига. Слушай, аж реально эти ботинки-то скользкие. Мне достаточно мокрых иголочек. Да, неплохо так. А на карте это обозначено как туристическая тропа, да? А, это мы сократили, понял. Тогда вопросов вообще ноль. Я понял, сейчас я... Пожалуй, лучше камеру положить. Не, ну нормальная тропа, как для приключений, самое то. О, ручей в ущелье. На тебе камеру возьми. Я тоже, как бы, если я тебе говорю, что... На попе съезжай. Вау! Офигенно! Ты не разгоняйся, иди все по левому краю, там есть за что держаться. Что ли по правому? По другому левому. По левому. Да, звенят ручьи вообще. И тает лед, и сердце тает. Ой, нифига, озеро. Она просто очень чистоплотная. Это, конечно, не относится к тем случаям, когда она хочет набегавшись охладиться и плюхать. Это не считается. Лед есть, но, боюсь, даже уточку не выдержит. Пробитие.
Дуня, пошли. Вот ты наблюдаешь теперь мнение у собаки. Ну вот сейчас и посмотрим, насколько оно. В какой-то момент ей надоедает, и она начинает упорство в том, чтобы мы шли по более широким дорогам. Шарит собака. Так, ну все, мы ушли из ее обнаружения. Она решила, что все-таки лучше идти с нами. Как показывает практика, дальше 50 метров она не видит. Надо ей указать направление, а то она... Она уже пошла обратно. Как в пути к Амальтее. Это свойственно всем формам жизни. Жрать захочет, придет. Вот, Дуня, смотри, дорога нормальная. Не то, что ты там хотела. Снег после поездки очень... А это, надо полагать, пентхаус? Не, ну с учетом того, что... Ого! Ого! Библиотека! Стильно, ничего не скажешь.